Всем привет, ребят, с вами снова я Бакфлаг. И сегодня я смотрю поединок, который пройдет 1 июля, а именно боюсь Кевином Али и Ленатом Фахретдиновым. Сейчас мы взялись 70 тысяч позже Фахретдинова, и я должен Али успел проведем его в этом раунде. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого поединка, кто по вашему мнению победит и каким методом. Также подтвердите, пожалуйста, поддержать этот ролик лайком или дизлайком, напишите комментарий и подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ведь все это очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала. Ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании, а мы начинаем нашу трансляцию. Оппоненты. Кевин Маталон Феном Ли. 26 боев, 19 побед, 3 нокаутом, 8 приемом и 7 поражений. И Ренат Гвадиатов Фахретдинов. 20 боя, 20 на победу, 1 с нокаутом, 6 приемом и 2 поражения. Рефери Дэн Мивагрот. Первый раунд, погнали. Поприветствую друг друга, парни. Мидл кик от Рената. Восмеян. Точно Фахретдинов. Неплохо попался Кевин. Клинч. Атакует Ли. Попытка тейкдауна. И она оказывается удачной. Пока что контролирует Кевин своего визави. Атакует Эрли. Тяжко пока что покурит Шерлу НАТО. Пока что не дает Кевин подняться своему визави. Атакует Кевин. Фахретдинов терпит. И попытка приема от Кевина. Посмотрим, чем это закончится. Терпит пока что Ленат. Наверное, как тяжело ему приходится. Вот и все, бой окончен. Рекует Кевин, сразу же сюда даже не вымешивался. Хотя было видно, что Фахретдинов уже ушнул. Нам покажут, как это было. Что ж, посмотрим, как же бой пойдет на самом деле. Победу приемом в первом же раунде одерживает Кевин Маталон Феном Ли. Статистика поединка. Ли попал 20 ударов из 28, Фахретдинов 13 из 18. По 7 ударам 5 из 6 Кевин, 2 из 4 Ренат. Фахретдинов тогда не повредил. Ли была просто одна попытка из 1 и контроль минут 30 секунд от Кевина. Что ж, на этом все. С вами был Black Falcon, если вам понравилось это видео, ставьте большой вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ведь это очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала, ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании, всем спасибо за просмотр, всем пока!